Хагрид сказала что-то про цветы, пыльцу и пропала. Я уж думала, что тебя убила ведьма. Кажется, у меня были галлюцинации. Я надеюсь. Галлюцинации? В долине растут цветы, вызывающие видения, но их эффект незначителен. Знаешь, что это за место? Трубы, воздуховоды. Думаю, что-то советское. Должно быть, это аванпост. Отсюда красные изучали руины. Моя бабушка была ученой, и поэтому они заставили ее помогать им в работе, но... Больше дедушка ее не видел. Из всей группы выжил лишь один офицер. Он вернулся через несколько недель после начала экспедиции. Он уверял, что ведьма заставляла их делать ужасные вещи. Я знала, что плескать ему воду в лицо не следовало. Но не удержалась. Думала, ладно, денег на исследование, конечно, лишусь, но... Мне даже не дали посмотреть на дочь. Тут кто-то был. И недавно. На руинах что-то построено. Что видишь? Какая-то самодельная перегонная установка. Пахнет цветами. Черт! Разумеется! Она обрабатывает пыльцу. Использует ее в качестве оружия. Это не волшебство, Надя. Просто она очень умная. Но погоди. Если она обычный человек, почему пыльца на нее не действует? Если она научилась ей противостоять, нужно узнать как. Может, получится соединить ее с этой катушкой? Я уже несколько недель нахожусь в этой долине, вдали от лагеря и моих близких. Я кое-что нашла.
Заключенный написал формулу, которая может помочь справиться с эффектом пыльцы. Должно быть, ее написала бабушка. Ведьма убила ее, но она даже из могилы пытается спасти деда. Прямо как в его сказках. А, Надя... Поверь мне, Лара, вернись ко мне на советскую базу. Я помогу тебе найти все необходимое. Слов нет, чтобы описать. Видимо, я отправилась в долину греха. Это цветы. Теперь нужны семянки. Thank you.
Как холодно. Что интересное. Послушай-ка. Все еще никаких вестей от команды Браво. Они молчат с тех пор, как мы получили сигнал бедствия. Нужно бы отправить спасательную команду. Заканчивайте обход на римские базы и попробуйте выяснить местную тренировку. Она как-то связана с исчезновением группы Браво. И прежде чем мы пошлем туда еще людей, нужны подробности. Вас понял. Сможешь где-нибудь спрятаться? Я в одном из убежищ. Снаружи полно ловушек. В худшем случае попытаюсь удрать через тоннель, но мне еще нужно дочитать накладные. Для тебя это обычное дело, Лара? Я еще не привыкла к тому, что на меня охотятся. Не думаю, что к этому можно привыкнуть. Просто не высовывайся. Холодно.
вернулась? Хорошо. У нас есть дело. В чем проблема? Я отправил воинов в долину. Двоих самых смелых ночью захватили враги. Я уверен, они еще живы. Третий убежал. Он говорит, что пленники заперты под железнодорожной станцией. Перед тем, как убежать, он видел, как их посадили в клетки. В долине осталось еще десяток воинов. И я должен быть здесь, руководить ими. Но ты... Я видел, на что ты способна. И теперь вынужден просить тебя о помощи. Да. Да, конечно. Спасибо. Они знали, на что шли. Они с радостью отдадут свои жизни. Но я не могу этого допустить. Еще что-нибудь нашла? А то они уже начинают подозревать. Скоро надо будет валить. Вроде говорил, что здесь будет пикет. Я сам так думал. Говорят, что он был с Константином в Сирии. Ай, черт, прости. Ты в долину только... Я схожу проверю. Сейчас вернусь. Понял. Мы потеряли бойца. Что это было? Thank you.
Еще плакат. Враг за все ответит. Жутковато. Возвращением. Что? Кажется, ты это искал. Да. Да. Это поможет нам спланировать сопротивление. Благодарю тебя за помощь. Вот, возьми. И будь осторожна. Долина опасна даже в спокойные времена. Привет. Если нужен кабанит... Подстрели вепря. Хочешь, дам совет? Охоться во время дождя. Thank you.
холодно. Шел через решетку. Мерзкие скользкие крысы. У нас гости! Oh!
двери и сюда. Все хорошо. Держись, я тебя оттуда вытащу. Ладно, будь осторожнее и не останавливайся. Мы обязаны тебе жить. Нашла их? Я нашла ваших воинов. Они живы? Нет, не слепой случай привел тебя в эту долину, Лара Крофт. Мы мало чем можем тебе отплатить, но, надеюсь, это тебе пригодится. Советские солдаты. Здесь случилось что-то ужасное. Думаю об отце каждый день. Кто-то старательно зачеркнул указание, как добраться до чего-то спрятанного. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Лара, ты цела? Да. Я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь ко входу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Хорошо. Товарищи, прошу вас обратить...
Еще одна статуэтка, только похожа на игровую фигурку. Выглядит знакомо. Где-то я такие уже видела. Нашла. Смешиваю ингредиенты. Что там с патрулем? Только что послушала их переговоры. Они уже в пути. Где они? Они... О, нет, идут прямо к тебе. Попробуй проскользнуть мимо них, но я боюсь, уже поздно. Прости, Лара. Черт. Ну уже покончим с этим. Прямо горю желанием. Если сработает, то я сделаю себе встречу с тобой в долине. Я дам тебе знать, как доберусь до туда. Не думаю, что Анна разделит. Как будто для зверей. Нет ли у нас карты этого объекта? Нет. Даже если бы и была, при восстании тут столько всего разрушено. Подъем наверх будет весьма опасно. Много повреждений. Так вот где краски повезло. Ага. Первый контакт произошел в шахте. И они бросили все силы на борьбу. Вот только через неделю начался мятеж. Что, рабочих все достало? Гадалки не ходи. Обыскать местность. Огонь на подавление! Прикрой меня!
Стандартный советский армейский жетон. Выбито имя Юрия Равданикиса. Освещение еще работает. Похоже на урановую смолку. Ага, это урановый рудник. Боже мой. Все такое древнее. Что же они нашли там внизу? Горючий материал. Еще артефакты. Похоже, они сделали пролом в старый коридор.
Надо бы самой взглянуть. Эта фляжка принадлежала солдату Красной Армии. Маркировку не могу разобрать. О, Боже.
Настоящая бойня.
нашли. Оно находится где-то там. Кто-то прятал горный инструмент. Нельзя больше ждать, когда наши... И самодельное оружие.